Уфу-фу. Блин. На английскую версию тестирую, обратите внимание, если что. Здесь FPS, как я понял, будет побольше, чем в русской. В целом она вроде как удобнее. Да? Да. Угу. Да уж. Ладно, ребят. Мы на этом видео завершаем. Вторая часть теста CSGO на слабом ПК решил записать для вас на английском языке. Все, всем удачи, всем пока.